Вас остановил инспектор и не подходит. Сколько времени должен ждать водитель? Сотрудникам патрульной милиции запрещено задерживать автомобиль более чем на 3 минуты. А если составляется протокол, тогда у инспектора есть всего 20 минут. В следующий раз, когда сотрудник патрульной милиции остановит вас и не будет подходить, засекайте время и ждите 3 минуты. После этого вы свободно можете ехать по своим делам. И, конечно, не забудьте зафиксировать этот факт на видео. Тогда, в случае необходимости, у вас будут доказательства вашей невиновности. Стоит отметить, что этот регламент распространяется только на сотрудников патрульной милиции. Это не относится к сотрудникам ГУАБДД, которые действуют в регионах страны.